Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, что такое безголовый режим в квадрокоптере. То есть наглядно увидите, что это такое и как это работает. Смотрите, запустил я квадрокоптер. Сейчас он в обычном режиме. Когда он находится спиной ко мне, мне в принципе удобно им управлять. Вот я нажимаю вперед, назад, вот влево. Справа. То есть он меня слушается, мне удобно. Но если квадрокоптер поменяет положение, вот смотрите, я его сейчас разверну. Вот. Вот, разверну. Если я его разверну, смотрите, для того, чтобы он полетел ко мне, мне нужно нажать от себя. Вот, смотрите. А для того, чтобы он полетел от меня, мне нужно нажать джойстик наоборот, на себя. То есть при изменении положения довольно-таки становится неудобно управлять их. И то же самое, вот смотрите, для того, чтобы он полетел вправо, мне нужно нажать влево. Видите? Теперь давайте попробуем включить режим без головы. Смотрите, вот включаю я режим без головы. Вот включил. И теперь смотрите, что происходит. Независимо, в каком положении он находится от меня, смотрите, я нажимаю джойстик от себя, и он летит от меня. Нажимаю на меня, и он летит на меня. Нажимаю вправо, он летит вправо. Нажимаю влево, он летит влево. Вот, видите? То есть в таком режиме намного удобнее управлять, особенно новичкам. Когда вы только начинаете управлять, для того, чтобы избежать аварии, это очень удобно. Я надеюсь, что у меня получилось объяснить вам, что такое режим без головы, или как его называют, headless mode. Кому был полезен, кому было полезно видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.